Путин уже не скрывает новую леди страны. Это всем известное. По информации иностранных СМИ, избранницей политика стала чемпионка мира по боксу Наталья Кувалда-Рогозина, уроженка Казахстана. Также блогеры отметили исчезновение из поля зрения другой спортсменки, связь с которой приписывается Путину, Алины Кабаевой. Американское издание The Daily Beast обратило внимание на расползающиеся по сети слухи о новой спутнице российского президента Владимира Путина, которой стала абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина по прозвищу Кувалда из Нижнего Тагила. В статье издания говорится, что слухи о романе президента и спортсменки стали распространяться по Рунету после того, как официальный сайт Кремля опубликовал фотографии с турнира по профессиональному боевому самбо в Сочи, сообщает знак.ком. Так, во время соревнований по правую руку от Владимира Путина сидела эффектная 39-летняя блондинка Наталья Рогозина –